Отныне 21 июня будет отмечаться как Международный день йоги. Соответствующую резолюцию приняли члены Генеральной Ассамблеи ООН. Примечательно, что документ получил рекордное количество голосов поддержки. За высказались 175 государств. С инициативой празднования Дня йоги выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Как отметил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, йога способна сплачивать общество и воспитывать взаимное уважение.